Thank you.
сколько студентам он помог получить квалификацию пацифиста. У меня ощущение, что и при современной России, и при Советском Союзе, Петр Ильич, даже при царской России он спел всю жизнь с нами. Были годы, когда он пел вообще всем, потому что больше не было никого. Это наш базовый, так сказать, слово его страшно, даже не бывает сказать. И самое интересное, сколько бы я ни позвонил Владимиру Борисовичу, хоть бы он раз отказался, в любом состоянии, когда я ему назначаю встречу для репетиции, я слышу одно и то же. Ну как же, Игорь Иванович, ну конечно, конечно. И когда вы сегодня пели, вот давайте, давайте, я свободу. Я понимаю, что вы имеете в виду. Это свобода, чистый человеческий. А вы тут разбираетесь, как думаете, со всеми делами? Давайте мы еще подумаем, потому что речь пришла, что вы в последний день сегодня стоите.